Для нас, в первую очередь, Келовский микрорайон – это жители. Да, и мы вот в этом году большой прогресс сделали, прорыв. Мы сделали благоустройство, в первую очередь, Келовского жилмассива, построили дорогу, тротуары, вычистили все здесь пустыри. И сейчас жители уже своими руками поддерживают эту чистоту. Здесь и узбеки, и таджики, и другие национальности все объединены в этом здании школы. И наша задача, взрослых, а также преподавателей, да, научиться дружить. Это наш город Новосибирск, это наша Россия, это наш дом, малый дом, малая родина. Спорт, конечно, в жизни – это такой важный момент, ведь это и здоровье, и для некоторых будущее. Я надеюсь, что некоторые ребята поставили цели, какие-то задачи, связанные со спортом. Может, у них там в будущем что-то со спортом свяжется.